С первой платформы ЖД вокзала Ростов главный готовится к отправлению электропоезд на Батайск. Состав и машинист ждут самого важного в этой поездке – десятилетнего Славу Ярошенко. Вот это электропоезд, ты сидишь. Сейчас через одну минуту ты дашь команду, и мы поедем. Согласен? Согласен. Свою мечту прокатиться на поезде в кабине машиниста мальчик доверил елке желаний. И шар с такой запиской выпал губернатору. Василий Голубев пообещал исполнить мечту до Нового года. А вот смотри, мост какой впереди. Остальное же да! Нет, сигнал подать. Подавай сигнал. Сигнал. До Батайска состав добрался за 20 минут, но на этом сюрпризы не закончились. Я хочу поздравить тебя с Новым годом и подарить тебе телефон. Вот такой. Вот. Мне кажется, красивый, да, телефон? Да, красивый. Понравилось тебе? Понравилось. Ну, отлично. Сегодня машинистом рулил, увидел, как работает железная дорога. А еще у юного ростовчанина теперь будет собственная железная дорога-конструктор. Кроме ЖД-транспорта, Слава увлекается роботами и трансформерами, учится в 57-й школе и ходит в реабилитационный центр. Василий Голубев признался, что с удовольствием помог мальчику исполнить его мечту, ведь Новый год – действительно время настоящих чудес. Елена Доронина, Андрей Токарев, Первый Ростовский.